Здравствуйте. Следующий вопрос у нас. Итак, дни менструации идут с начала менструации и с начала следующей. У меня просто разное количество дней в последнее время и не могу определиться с овуляцией. Итак, а последняя менструация была 3 июня, а 16 был незащищенный половой акт. Было подозрительно много жидкости. По календарю овуляция сейчас идет и фертильная фаза. Есть ли какой-нибудь риск? Итак, у нас сегодня будет разговор про овуляцию и про менструацию, что очень важно для женского здоровья. Итак, давайте договоримся сразу, как у нас правильно, как у нас принято. Менструацию мы считаем с первого дня кровянистых выделений. Кровь показалась, все, пришла менструация. А тут что только не услышишь на приеме. Что только люди не придумывают. У вас какая длительность менструального цикла? 21 день. Вы как считаете? С последнего дня менструации до первого? Здрасте, пожалуйста. Первый день менструации совпадает с первым днем менструального цикла. 5 июня начались кровянистые выделения. 5 июня у нас с вами начало менструального цикла. 7 июля начались кровянистые выделения. 7 июля следующая менструация началась. Какой длительности менструальный цикл? 5 июня, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 в июне, 30 дней, 1, 2, 3, 4, 35, 6, 7, 33 дня продолжительность менструального цикла. Понятно, как считать? Понятно, поняли. Теперь едем дальше. Если у девушки каждый раз разная длительность менструального цикла, то 25 дней, то 28, то 33, что это значит? И это значит, что это нерегулярные месячные. Вот мы на приеме говорим, у вас месячные регулярные? Вы говорите, да, каждый раз как часы, через 28 дней, и это регулярные. А когда вот так вот, то так, то так, это нерегулярные, значит, они у вас нерегулярные. Едем дальше. Когда же у нас овуляция? Значит, лютеиновая фаза менструального цикла. Кстати, а вы знаете, какие бывают фазы менструального цикла? Первая фаза фолликулиновая, секреторная. Вторая фаза лютеиновая, фаза желтого тела. Значит, первая фаза пролиферативная, вторая фаза, значит, желтого тела. Так вот, вторая фаза лютеиновая, фаза желтого тела. Всегда 14 дней, всегда 14 дней у всех девушек, у всех женщин, у кого такой менструальный цикл, у кого сякой менструальный цикл. Вторая фаза всегда 14 дней. Вот у вас 33 дня менструальный цикл. 33 минус 14, 19. Значит, у вас овуляция была на 14 день. В какой день случилась овуляция, плюс 14 дней будут следующие месячные. Понятно? Понятно. А если у вас 25 дней менструальный цикл, когда у вас овуляция? 25 минус 14 будет 9. Значит, на 9 день цикла у вас была овуляция. Вот так мы считаем, когда овуляция. То есть, чем короче менструальный цикл, тем быстрее наступает овуляция по отношению к началу месячных. Теперь дальше. Как же определиться с тем, когда у вас овуляция? Есть множество способов на эту тему. Но я вам их буду рассказывать от самого дурацкого, маловероятного и малоприемлемого в практической жизни до нормального. Итак, значит, во время овуляции. Кстати, все знают, что такое овуляция? Овуляция – это момент, когда яйцеклетка выходит. Это момент, когда женщина фертильна. Это момент, когда женщина может забеременеть. Для кого-то это будут опасные дни, для кого-то это будут желанные дни. Но про эти дни должна знать и понимать каждая женщина. Овуляция – это день единственный во весь менструальный цикл, когда женщина может забеременеть. А почему же беременеют не в один день, а вот с такого периода по такой день? А потому что сперматозоиды, которые забежали уже и зашли уже в маточную трубу, сидят там, сохранились и ждут. Вдруг она сейчас выйдет, эта яйцеклеточка, мы на нее. Хвать-похвать! А бабочка крылышками бег-бег-бег. Воробушек за ней. Прыг-прыг-прыг-прыг. Мы ее так схватим и оплодотворим. Вот. И сперматозоиды, по некоторым данным, могут сохранять жизнеспособность от 3 до 7 дней. Поэтому есть такие моменты, когда женщина беременеет первый день после менструального цикла сразу, то есть вот прям вот на 6-7 день, потому что
Вот такой происходит момент, яйцеклетка тут вышла, и сперматозоид ее ждал. Вот, поэтому как бы вот раньше может наступить, поэтому у нас опасный день или желанный день для беременности, он не один, а период такой, период. Где-то он составляет неделю до овуляции. Итак, наша задача определиться, когда же такие самые овуляции будут. Значит, овуляция – это такой процесс, когда у женщины поднимаются гормоны эстроген. То есть в этот момент, в этот день, в эти сутки у женщины максимальное количество эстрогенов. Что такое эстрогены? Эстрогены – это вот, сексуальность самой женщины. Эстрогены – это изнутри ее физиологическое, биологическое, природное и желание, и свойства, и потенциал, такой вот, знаете, биологический потенциал самки зачать и стать мамой. Потому что у нее максимальное количество эстрогенов, максимальное количество какого-либо гормона по своей работе приближает человеческий организм к организму, ну, животного, к организму, которым руководят только биологические законы максимум, социальные законы минимум. В этот день, когда максимум эстрогенов, женщина максимально наполнена вот этой вот природной энергией. Поэтому, если вы замечали, что... Думаю, что, в общем-то, женщины зрелые с хорошим гормональным уровнем замечали, что в моменты овуляции, вот в эти несколько дней, у нее половое желание больше. Она хочет этого больше, чем в другие дни, потому что у нее эстрогенов больше. Проводили такой психологический эксперимент. Взяли несколько женщин и, ну, в разных там вариантах одежды и в разных интерьерах их сфотографировали в разные дни менструального цикла. Но это были одни и те же женщины. И вперемешку показывали мужчинам и спрашивали, вот покажите, какие вот из этих женщин вам больше нравятся, больше привлекательны, вот с кем бы вы хотели познакомиться. И же мужчины всегда безошибочно показывали на женщин в период овуляции. На женщин, которая изнутри этими эстрогенами дышит, которая эти эстрогены с потом выделяет, которую хочется. Это на биологическом уровне. У нее в глазах эти эстрогены, у нее в дыхании эти эстрогены, у нее вот в ауре, которую она распространяет, в этом шлейфе флюидов, который от нее идет, находятся эти эстрогены. И мужчины это замечают. И в этот период самое эффективное. Это может привести к беременности. Вот. Поэтому... Если вы зашли в вагон метро, и сразу 4 человека вам уступили место, а остальные украдком вас рассматривали, и вы ловили на себе взгляды всего вагона метро, возможно, в этот день у вас овуляция. Возможно, вы просто нравитесь себе. Если вы чувствуете, что вам внезапно захотелось заняться любовью, это не значит, конечно, что у вас овуляция, но может такое быть. Имейте это в виду. Второй момент. Ваши физиологические ощущения в момент овуляции. Что такое овуляция? Это взрыв, такой разрыв яйцеклетки, разрыв фолликула, из которого выходит яйцеклетка. Это может сопровождаться болью, набуханием стенки живота наружной, даже может быть кровянистые выделения могут быть в этот момент. В этот момент может быть такой вообще общий даже отек организма, и даже могут быть и головные боли. И если вдруг в середине менструального цикла вы такой вот какой-то неприятный болевой отечный синдром у себя испытали и заметили, что в середине менструального цикла как-то вот так у вас всегда происходит, возможно, вы чувствуете свою овуляцию. Есть такие женщины, которые чувствуют свою овуляцию, но это опять недостоверно. Подумай, живот болит. Это не значит, что в этот момент овуляция. То есть вот такие недостоверные признаки есть. Еще один недостоверный признак, но достаточно вероятный. Когда мы вас осматриваем на кресле, мы видим в момент овуляции в несколько дней до нее симптом зрачка. Как бы вот маточка и шеечный канал вырабатывают слизистые матки шеечного канала, вырабатывают количество слизи очень большое, которое обладает специальными такими качествами, внутри которой сперматозоиды особенно эффективно могут продвигаться. И эта слизь, она вот специально нужна для того, чтобы сперматозоиды по ней прошли. И вот эта слизь, она такой вот капелькой как бы выходит из шеечного канала. И мы этот глазочек такой, зрачочек такой на шеечном канале видим. Мы говорим, симптом зрачка. Мы говорим, вот женщина на кресле, осматриваем, какая хорошая девочка, гормональная
насыщенные, мы говорим, месячные, когда, неделю назад примерно закончились. Она говорит, да, мы говорим, овуляция у вас скоро, хорошо у вас все. Вот. Это тоже признак недостоверный, потому что симптом зрачка, он не только в день овуляции, он за несколько дней овуляции начинает проявляться. Вот почему сперматозоиды, они проходят в эти трубы, сидят там и ждут, когда яйцеклетка выйдет, потому что слизь уже готова их принять. Вот. И для вас этот способ малоприемлем. Ну как определить овуляцию по симптому зрачка? Что вы будете 10 раз на дню ходить к врачу, врач будет говорить, да, сейчас более интенсивный симптом зрачка. Вот сейчас самый максимально интенсивный симптом. Вот, наверное, вот час овуляции. Конечно, это неприемлемо. Но это такой вот один из признаков, один из симптомов, но это не классический симптом для определения овуляции. Следующий метод – это измерение ректальной температуры. Возможно, в интернете вы прочитаете дифирамбы этому способу, да как это хорошо и физиологично, денег не стоит, усилий не требует, вставил себе с утра термометр в попу и спи отдыхай. Сейчас я вам расскажу все за и против. Про и контра, как говорится. Значит, что это такое? У нас в норме в заднем проходном отверстии температура, ну, где-то 36,9 градусов. В момент овуляции происходит гормональный такой взрыв-скачок, и температура в анальном отверстии повышается где-то на градус. Ну, то пусть она будет 37,8 градусов примерно. В момент овуляции она там подержится несколько дней, затем начнет спадать. Как этот симптом проверять? Значит, с первого дня менструального цикла, вот когда у вас месячные начались, как мы говорили, первый день кровянистых выделений, вы начинаете, проснулись утром, не вставали, не шевелились, не пошли в туалет, не кофе себе налили, а то прямо сейчас опять назад усну, а вставили себе в заднее проходное отверстие термометр и лежите 5 минут, не шевелитесь, измеряете температуру и записывайте. 5 июня 36,8, 6 июня 36,9 и график. Там, например, там 14 июня, 36, 17 июня, 37,8. Ура! Овуляция сегодня. Вот. Это все очень хорошо на бумаге. Конечно, если подойти к этому вопросу щепетильно, тщательно и все сделать, как вам говорят, конечно, наверное, вы это получите. Результат. Но на самом деле в большой жизни, ну как вы себе это представляете? Чуть-чуть ошибся, и все уже не то. То ли вы ошиблись, то ли овуляции не было, то ли не в тот день вы это поняли, она вчера была, вам показалось, что сегодня, потому что вы вчера не так измерили, или не глубоко вставили, или сбегали в туалет, а потом легли, и у вас уже условия для измерения температуры нарушились. То есть этот метод, он ушел в прошлое уже. Это уже все настолько архаично, что мы сейчас это на практике не используем. Следующий метод, который доступен всем, и он уже приближается к максимально точному, это измерение овуляции, вернее, определение овуляции с помощью овуляторного теста. Тесты на овуляцию. Прям приходишь в аптеку и говоришь, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, тест на овуляцию. 3 штуки сразу берите, потому что один тест на овуляцию может вас немножко дезинформировать. Вы должны... Почему 3 теста? Потому что мы должны определять овуляцию, ну, как минимум 3 месяца, чтобы посмотреть, все ли у нас циклы овуляторные. Вдруг у вас есть такие циклы, когда нет овуляции. Раз. Во-вторых, иногда бывает, из одного яичника есть овуляция, из другого нет. Тогда вы видите, месяц есть овуляция, месяц нет. Вы это определяете. Определяете, на какой день. Тест очень ценный. Итак, покупаете сразу 3 коробки теста на овуляцию. Приносите домой, открывайте вот такую инструкцию и внимательно читайте. Потому что от того, насколько правильно вы поймете инструкцию, зависит то, правильно ли вы делаете этот тест. Я вам вкратце объясню. Значит, где-то приблизительно там с 9, 10, 11, у кого какая длительность менструального цикла, дня, вы начинаете собирать утреннюю мочу в стаканчик и опускать туда индикаторную полоску. Подержали 10 секунд, опустили, высушили, посмотрели, нет ли там контрольная полосочка проявилась, и не проявилась ли там вторая полосочка, которая означает, есть ли у вас овуляция или нет. Точно так же, как тест на беременность. Только тест на беременность, полосочка показывает, беременны вы или нет, тест на овуляцию, полосочка проявляется, если есть овуляция. Так, начали с 10 дня мерить, бац, на 14 день у вас появилась эта полосочка. Записали, на 14 дней была овуляция. Наступил следующий месяц, опять мерим. Записали, на 14 день была овуляция. Сделали 3 месяца, убедились, что каждый раз на 14 день менструального цикла у нас овуляция. Все,
Кто предупрежен, тот вооружен. Вы знаете, что у вас есть овуляция на 14 день. Так, 5 июня начались месячные. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июня у меня овуляция. Все, хочу забеременеть, можно рассчитать. Значит, 18 июня муж что хочет сделать, чтобы был дома, занимался любовью. Все, будем ребенка делать. Так, это хороший способ. Вы уже очень близки к достоверной 100% информации о своей овуляции. И, наконец, самый хороший способ, самый важный, самый точный, самый нужный для вас – это фолликулометрия. Что это такое? А вот точно так же, как в аптеку, здрасте, дайте мне тест на овуляцию, приходите в любой медицинский центр, сейчас навалом везде, и говорите, здрасте, хочу пройти фолликулометрию. Значит, это выглядит как УЗИ, то есть вам фактически делают УЗИ, трансвагинальным датчиком, вот, но это не все УЗИ, когда там все вам расписывают, яичник такой, яичник сякой, одно, второе, а смотрит только, значит, есть ли доминирующий фолликул и какого он размера. Итак, начинаем делать фолликулометрию, ее можно начинать делать с 9 дня менструального цикла, но лучше с 7-го, делаем ее через день, 7, 9, 11, 13, что мы смотрим в первые дни? Смотрим, в принципе, есть ли он доминирующий фолликул и в каком яичнике, левом или правом. Врач вам все посмотрел, все написал. Вы знаете, ага, у меня сегодня в правом доминирующий фолликул есть. Хорошо, значит, у меня овуляция будет. Пришли через день, на 9-й день. Врач смотрит, так, фолликул растет, отлично, был столько миллиметров, сейчас столько миллиметров. Мы не ошиблись, действительно все есть. Дальше мы что смотрим? Есть определенная известная динамика роста фолликула. Это 3 миллиметра в сутки. Допустим, вы приходите на 11-й день менструального цикла, а вам говорят, у вас 21 миллиметр уже доминирующий фолликул. Ага, значит, где-то примерно на 13 день, возможно, будет овуляция. Если по 3 миллиметра, то к 13 дню то там будет 26 миллиметров, а он у нас разорвется, когда будет 25 миллиметров. Фолликул разрывается, выходит яйцеклетка, когда он в диаметре примерно 25 миллиметров. Поэтому самый точный метод – это фолликулометрия. Вы ходите в буквальном смысле слова, по дням меряете рост доминирующего фолликула. Это бывает вам очень полезно, особенно для тех, кто хочет забеременеть. Это очень сильно мотивирует, когда врач в своей белом халате, своим спокойным, размеренным, выдержанным голосом, доброжелательным тоном вам говорит, ну какая хорошая яйцеклеточка-то у вас в яичнике-то, ты прям сегодня будет овуляция, вы сегодня ночью беременеть не собираете, ой, как хорошо, собирать это сегодня ночью, а обязательно этот момент используйте. И сегодня у вас все получится. Но это очень мотивирует, это очень помогает. И вы знаете, что это точно было не вчера, не завтра, не там через... Это сегодня. Вот. И метод для определения овуляции фолликулометрии – это очень точный метод. Я вам очень советую, после того, как у вас эта овуляция теоретически совершилась, допустим, на 13-й день цикла пришли, вам врач говорит, сегодня ночью будет овуляция, сегодня ночью обязательно зачинайте. Я вам очень рекомендую на 15-й день еще раз прийти и посмотреть, была ли эта овуляция, сформировалось ли желтое тело. Потому что, ну, бывает разное состояние, допустим, синдром неовулирующего фолликула, там, допустим. Вот. И если вы мониторируете свое здоровье каждый месяц с целью забеременеть, и вы следите за овуляцией, то для вас бывает очень-очень и очень важно посмотреть, а именно в этот цикл овуляция была или нет, и чем она закончилась. Вот такие будут вам рекомендации, как определить овуляцию. Надеюсь, что то, что я рассказала здесь, вам очень помогло. Что касается опасных дней для занятия сексом, безопасных дней, и что же делать такие, если у вас в опасный день произошел незащищенный контакт, и вы теперь вся на измене, и не знаете, забеременели ли вы или нет, это тема для другого видео, для другого ролика. А сейчас, когда мы с вами говорили об овуляции, я надеюсь, что вы все поняли, как узнать вашу овуляцию. Надеюсь, что вы правильно все рассчитаете и таки станете мамой. Пока!